Казанский федеральный университет посетила делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Киргизской республики Гульнарой Кларой Самат. Подробности узнаете далее. Экскурсия по музею истории Казанского университета стала неотъемлемой частью знакомства гостей с его нынешними достижениями. Сегодня университет сотрудничает с 14 научно-образовательными центрами Киргизии и обучает 95 студентов из этой страны. Ректор Ильшат Гафуров рассказал делегатам об истории и структуре вуза, а также приоритетных направлениях его развития. Мы также интенсивно развивались вплоть до 1930 года, когда произошла самая крупная трансформация по разборке, как я говорю, университета. Да, на базе наших кафедр, факультетов, по сути, стали образовываться самостоятельные вузы. Между Министерством образования и науки Республики Татарстан и Министерством образования и науки Киргизской Республики была достигнута предварительная договоренность о создании карты развития. В рамках этой дорожной карты мы хотим запуск именно совместных образовательных программ. Возможно, программа двойных дипломов – это организация совместных исследований между учеными двух сторон для того, чтобы они именно работали в приоритетных направлениях. Заместитель министра образования и науки Киргизской Республики выразил уверенность, что эти первые шаги станут основой улучшения взаимоотношений и сотрудничества вузов Киргизии с Казанским университетом. Встречу завершил показ документально-художественного фильма киргизского кинорежиссера, посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Ариадна Кугушева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.